Я бы хотел внести сначала реплику говорящим здесь. Значит, то, что происходит сейчас с налогами, я просто налогами занимаюсь всю жизнь. Я бухгалтер, то есть я вообще имею представление, как сдается отчетность. И, значит, то, что происходит с налогами, это просто пиар-акция. На самом деле налоги никто повышать не будет. Это, они будут все время об этом говорить. Если вы замечали, то постоянно какие-то идет... То есть информация о том, что там на холостых ведут налоги, там повысят НДФО, прогрессивная шкала. Это постоянно обсуждается, но этого ничего не происходит. И для власти действующей нет в этом необходимости. Если вы зайдете на сайт налог.ру, там есть четкая статистика, что собираемость налогов за 9 месяцев 2016 года повысилась на 5%, а задолженность увеличилась на 16%. Это как? Это означает, что путем налогового администрирования налоговая служба может собрать совершенно любую сумму денег с населения, имея те налоги, которые сейчас существуют. Более того, я надеюсь, через вашу передачу будет некое прокурорское расследование. Налоговая служба в некоторых регионах дошла до того, что она сама за налогоплательщиков сдает декларации с теми налогами, которые они должны заплатить. Поэтому у налоговой службы нет проблем со сбором налогов. Она может любую сумму собрать с населения.